Гнули сковородки, разъезжали на мотоциклах и мерились силой. В Тольятти стартовала спартакиада, в которой важен не столько результат, сколько посыл. Силачи, патриоты и просто спортсмены со всей страны встретились в Автограде, чтобы разыграть 700 комплектов медалей. С открытия репортаж Дарьи Волговой. Подрев мотора с флагом России прямо в центр спорткомплекса на мотоцикле. Но менее зрелищно непобедимая держава просто не могла открыться. Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» здесь не случайно. В патриотизме каждая деталь его образа. Как говорит сам Александр Залдостанов, спартакиада – это нечто больше, чем просто соревнование. Вот знаете, само название уже «Непобедимая держава» дает дух вот этому спортивному масштабному мероприятию. Посмотрите, сколько детей, и они уже в голове имеют это, что они есть, есть эта держава, и она непобедима. Здесь же хирургу демонстрируют богатырскую силушку в действии. Вот, в Тольятти сковородка уже есть. Александр приехал сюда, но ему так в знак памяти. В коллекцию патриотических вещей мотоклуба портрет у штурвала ладьи на фоне журавлей и свернутая сковорода. Когда мне говорят, зачем вы крутите сковородки, надуваете грелки, ломаете бетон головой. Нет ничего невозможного. Казалось бы, ну невозможно бетон сломать головой, но можно. А здесь самое главное, чтобы каждый стал богатырем в своем деле. И вот это тот посыл, который мы несем. Чтобы показать по-настоящему непобедимую державу. Приветствие участникам направил полпред президентов ПФО и губернатор. Уникальность этих состязаний – то, о чем не спорят. Спартакиада по своему масштабу и зрелищности занимает особое место в движении единоборств и способствует воспитанию здорового и патриотически настроенного поколения молодежи. Для самих себя достойное, хорошее мероприятие, не тусовочное, а именно регламентирующее, которое определяло бы в том числе и боевой спорт по России и могло бы его двигать. Такой вот хороший моторчик. Я думаю, у нас это получилось. Положить на лопатки, выполнить бросок через плечо, атаковать ударом головой. Стиль борьбы – дело второе. Первое – защитить. Философия всех боевых видов спорта. Спартакиада – непобедимая держава, завершится 3 ноября. Но это лишь повод ждать следующих соревнований. Дарья Болгова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии, Тольятти.